Итак, друзья, всем привет! Рад вас видеть на моем канале. Сегодня хочу попробовать вот такой вот продукт. Паста такая для фар, для восстановления. То есть делает Польша. По отзывам почитал, вроде как хороший продукт. Сейчас очистим фару, нанесем и будем полировать вручную, без машинного, без машинной полировки. Написано, восстанавливает фару, желтизну убирает, в общем. Сейчас вот так вот вычистим хорошо. Вот это у меня проблемная сторона, более всего изношенная. Я хотел ее менять вообще, ну попробуем пока так. Отзывы хорошие, люди пишут. Так, наносим. Наносим на фару. Очень жидкий он, кстати. Очень жидкий. Написано, нейтрален к пластику. Сейчас вот так вот нанесем его. И будем полировать. Давно пользуюсь продуктами фирмы К2. И антифриз заливал. Посмотрим, поможет ли сейчас. Смотрите, наполировал я фару. Вот, я могу сказать, что результат сразу же видно. Смотрите, как она стала более-менее так посветлела. У меня вот здесь вот в верхней части была такая как от лака, или не пойму, какая-то полоска. Ну, в общем, результат, мужики, есть. То есть можно покупать это чудо. Польское чудо вот такое вот. Доктор для ламп. Тут всего 60 грамм. Он жидкий такой, белого цвета. Вот, вот такая, в такой коробочке идет. Так, по стоимости около 70 гривен стоит. Тут даже есть вот перевод на русском языке. Но я польский знаю, поэтому для меня это не проблема понять, о чем идет речь на упаковке. Так, ну сейчас это я, кстати, два раза прошелся. Вот это результат от двух раз. Я думаю, что сейчас, наверное, еще чуть-чуть погуляю, руки отдохнут, и сделаю третий разик. И перейду потом на вот эту фару. Тоже точно так же ее заполирую. Вот оно видно, вот в верхней части вот такое вот какое-то побеление пошло уже. Понятно, машина старая, как говорится, солнце, ультрафиолет. Вот. Так что вот такие, друзья, дела. Все. Понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями, пишите мне комментарии. Всем отвечу. Все, всем хорошего настроения, всем пока.